Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате метилурацил, который выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – метилурацил. Это препарат, улучшающий трофику тканей и стимулирующий процесс регенерации. Обладает анаболической и антикатаболической активностью, стимулирует ЛГПС, оказывает противовоспалительное иммуностимулирующее действие. Применяется при лейкопении, легких формах, в том числе возникшие в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии, агранулоцитарной ангине, алиментарно-токсической алейкии, при анемии, тромбоцитопении, интоксикации бензолом, лучевой болезни, при реконвалесценции после тяжелых инфекций, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, вяло заживающих ранах, ожогах, переломах костей, панкреатите. Препарат принимают внутрь, во время или после еды, по 0,5 грамма 4 раза в день, при необходимости до 6 раз в сутки. Детям от 3 до 8 лет по 0,25 граммов, старше 8 лет по 0,25 граммов 3 раза в день. Курс при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 30-40 дней. В других случаях может быть менее продолжительным. Противопоказания – это детский возраст до 3 лет, гиперчувствительность к компонентам препарата, лейкемические формы лейкоза, лимфогрануломатоз, гемобластоз, злокачественные заболевания костного мозга. В период беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода и ребенка. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.